По данным Роспотребнадзора, в Десногорске на 27 мая зафиксировано 55 случаев заболевания COVID-19. Из успехов МСЧ-135 можно отметить оптимизацию в распределении больных по медучреждениям Москвы и Смоленска. За период 17 мая, когда у нас была налажена такая маршрутизация, мы перевели общей численностью уже порядка 20 человек, поэтому эти люди получают квалифицированную помощь там, но и стараемся оставлять у себя легкие и средние степени тяжести пациентов. Важным вопросом продолжает оставаться учет приезжих граждан. К ним относятся и жители Десногорска, вернувшиеся из других регионов. В большинстве случаев выявить потенциального переносчика нельзя, за исключением случая его добровольной самоизоляции по возвращении в Десногорск. К сожалению, я так понимаю, что не все дают нам информацию о том, что они приехали, вернулись сюда, в город. И, соответственно, мы выявляем их только тогда, когда уже установлен диагноз. Кроме того, психологическая усталость горожан от сложной эпидемической обстановки проявляется и в снижении дисциплины и мер безопасности, принятых ранее. Это относится и к тем, кто ведет свою торговлю, несмотря на действующий запрет в регионе, в первую очередь к стихийным рынкам. Один раз показал, не то, что там предписание выписал, закрыл его напрочь, и все. Я пока вот жестко говорю, может, там где-то некорректно, но это будет толком. Новой превентивной мерой должна стать онлайн-карта заражений по Десногорску. По мнению главы города, такое нововведение позволит эффективнее перераспределять усилия по обработке мест проживания заболевших граждан, исключив заражение их соседей. Подобная практика уже используется Смоленской АЭС в отношении своих сотрудников. Эта карта помогает очень визуально и наглядно для управляющей компании, для всех членов штаба, посмотреть очаги заражения по городу. Дальнейшей мерой по противодействию пока еще значительной опасности коронавируса станет максимальное взаимодействие муниципалитета и Смоленской АЭС. При этом будут учитываться положительные практики обеих сторон и применение их на территории Десногорска и предприятий города. Мы переживаем и за Смоленскую область, и за Россию, но больше всего, конечно, за город Десногорск. Им у нас остаться, я не думаю, что если есть у нас какие пробелы, вы нам тоже подскажите, мы на них обратим внимание. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.